Всем здорово, бобрые советы снова. Я уверен, что ты, дорогой мой зритель, совершенно не любишь запах горелого молока. А такое происходит достаточно часто, потому что молоко имеет свойство убегать. Так вот, чтобы запах не распространился по всей квартире, то место на плите, куда вы пролили молоко, необходимо засыпать солью и накрыть влажной салфеткой. Благодаря такой нехитрой манипуляции запах не распространится по квартире.